Хей, йог, если вы не шумки, мы продолжим проводить игру под названием Rage. Так. Мы закончили на том, что закончили какую-то миссию. Погнали. Медикаменты, да, мы, кажется, Как собирали? Тебе баги? Или нет? Выглядит не очень, но если приделать к нему пару пушек, то можно хоть кого валить. Ну что, готов поработать еще? Давай. Бандиты захватили блокпост на въезде в каньон. Хотят отрезать нас от большого города на востоке. А это неприемлемо. Я уверен, нам пригодятся твои навыки в подрывной работе. Сделаешь это. Я даже одолжу тебе свою любимую снайперскую винтовку. Опа, снайперка. Так, уничтожить баррикаду. Мне нужно кое-что взорвать, и я хочу так поручить это дело тебе. Бандиты из клана Саванов построили баррикады в каньоне к югу отсюда, тем самым отрезав нас от источника. Возьми эту взрывчатку и размести ее рядом с баррикадой. Вот моя снайперская винтовка, найди какое-нибудь укрытие на дороге и стреляй из него. Так, будь осторожен, баррикада хорошо охраняется. Если уничтожить баррикаду, я щедро награжу тебя. Хорошо. Отлично. Вот немного взрывчатки. Размести ее на воротах и беги. Удачи. Ну, довольно хорошая. Так, снайперская винтовка хорошо для того, чтобы снимать врагов на расстоянии. Нажмите атак в режиме прицеля для максимального увеличения. Ну, хорошо. Смотрите, в принципе, нам можно закупиться для снайперки патронов. Я не знаю, он отдаст мне ее. Парень, хочешь посмотреть товар? А, давай, сколько у нас хотя бы денег? Мне нравится иметь с тобой дело. Хорошо, давайте тогда, знаете, как поступим. Так, а ты вместо чего мне стоишь? Вместо кулаков, ладно. Или баги взять. Давайте баги. Так, я хочу, короче, съездить сюда. И у нас там была типа в подземку. Я думаю, давайте сходим в подземку. Так, а разве челик не здесь должен быть? Здорово. Смотри, не вздумай соваться туда без серьезного оружия. Никто не знает, что тебя там ждет. То есть смена боеприпасов — это хорошо. Ну, поехали в канализацию. А, есть один минус. Игра вылетала, я записывал уже эту данную серию, которую вы сейчас видите, да, с самого начала. То есть с того момента, типа, если я нажал бы кнопку продолжить, меня бы закинуло в город. Короче, это у нас место мутантов. В основном нам нужно будет дробовик. Да-да-да. Становимся вот так. И просто ведем расстрел. Врагов будет очень много. Поэтому лучше после убийства перезаряжаться. Они идут только по двум траекториям, это по низу и по верху. Давай, давай. Давай, давай, давай. Как вы видите, у нас все хорошо пока что получается. Так, все. Там у нас ничего нету. Здесь у нас радио и канистры, да. Боеприпасы. Так, так, так. Труп.
Я не понимаю, почему из них вообще ничего не выпадает. Типа, это невыгодно их убивать. И вообще выгоды нету их убивать. Так, здесь у нас тоже, короче, ничего нету, если вдруг что. Нас вот канистра волнует, и то, что спереди. Впереди нас ждут данные хрыщи, снова же. Все, мы с ними разобрались. Сейчас немного пройдем дальше, и они снова нападут. Я не знаю, как они меня вообще слышат. Так, все, по сути их больше не должно быть. Да. Тут какие-то вот такие типа могилы. Канализация в районе Ковчега. Короче, мы какие-то предметы получили. Скорее всего, это можно хорошенько продать. Но это такое на самом деле. 50-50. Да, в конце трамплинов используйте ускорение, чтобы взлететь повыше. Ну, это нормально. Она сейчас еще будет ожидаться с вами. А хотя не буду вам спойлерить, что нас ожидает дальше, поэтому давайте. Сейчас наша цель — это поехать обратно. Продать шмотки, которые мы только что получили именно там в канализации. Это радио, канистры с бензином и обычный мусор. И накупить на них себе снайперских патронов. Я играл, если так посчитать по серии, 20 минут где-то наиграл. Вижу, тебе удалось уцелеть. Угу. Канализация проходит по всей пустоши. Ищи люки. Если совсем спятил, лезь туда. Не, если, конечно, вот так, да, вот на игру посмотреть, типа, на челика, вот они, да, вот персонаж вот оптимизированный, NPC-шки эти, я вообще, вот, я не знаю, ну, детали тут видны, хорошо проработаны. А вот самоокружение, увы, я надеялся на лучшее. Так, а теперь дальше. Вот эти роботы, нам нужно их ломать с помощью машины или баги, я не знаю. Тут, ну, скорее, это же есть баги, да? И с помощью этого мы можем, типа, взрывать этих роботов, прыгая. Так, все, нашим эту угнали, если уже. Все, GG. Эй, парень, хочешь посмотреть товар? Давай, поехали. Что нужно, парень? А, мне нужна продажа. Мне нужно тебе попродавать мусор. Кристаллы, я не знаю, пускай остаются. Мне нравится иметь с тобой дело. У меня найдется все, что хочешь. Так, та-та-та. Мне нужно вот это вот. Все. До встречи. Этого нам будет по ушу достаточно, на самом деле. Так, выбираемся отсюда. И поехали. Далеко ехать не будем, остановимся здесь. Потому что дальше уже нас ожидает блокпост. О, слышите, как уже палят по нам? Ой, там уже с РПГ пуляют. Тихо. О, дальше полетело, повезло. Не очень, на самом... Ну, как бы снайперка классная. Просто убивать с нее не очень удобно. На...
Блин, я просто молчу, потому что я типа концентрируюсь, концентрация. Ну, короче, сейчас мы с вами сделаем бабах. Вы, наверное, видели, оно там уже подсвечено было. Сюда я не знаю, как забраться, буду сюда, где с правой стороны. Устанавливаем бомбы, валим. Так, возвращаемся. Кир на связи. Знаешь, а ты неплохо смотришься. Хочешь посоревноваться в заезде? Тогда возвращайся, если не трусишь. Конец связи. Так, мы соглашаемся, приходим я к нему. Я тут придумал устроить заезд на время. Хочешь попробовать? Да. Валяй. Ничего особенного. Мой обычный маршрут. Вот что. Если ты побьешь мой рекорд, я установлю на твой багги турбонаддув. Хочешь попробовать? Так, гонка на время с Дюраром. Я тут так организовываю гонку на время. Можешь, хочешь поучаствовать? Так, доберитесь до флага и возвращайтесь. Если заблудитесь, ориентируйтесь по карте. Но помните, самый короткий путь не обязательно самый легкий. Если побьешь мой рекорд, я дам тебе ускоритель двойной поток. Да. Удачи. Отправляемся к месту задания. Здесь может... Почему мне жопа сорила? Класс. Вы видите, да, вот это? Вот. Классно. Просто игра вылетела, почему бы нет? Если такой будет постоянный, наверное, игру дальше не буду проходить. Ее заброшу, ну, типа заморожу, да, прохождение. Ну, потом со временем можем когда-то восстановим ее для прохождения. Да. Просто хорошо, что в какой-то степени здесь автосохранение срабатывает. Если бы автосохранение не работало, это было бы вообще жопа. Компания, загрузка, где я появлюсь? Давай. Так, хлам снаряжения, это просто хлам, подойди и подбери его. Из-за этого я типа крашнул серию просто, из-за вот таких вот вылетов. У меня там просто компьютер повис, и я уже начал наговаривать на игру, типа ставить ей оценку. Ну, короче, там вышло так, стратегия гонок, используйте ускорение баги, чтобы... Так, только доехать до флага и обратно. Смотри на карту. Просто, ага. Но помни, прямой путь не обязательно самый легкий. А вот как камера летит сейчас, да? Вот так мы поедем за флагом. Это более хороший вариант для нас. И все, и просто потом возвращаемся. Итак, тебе нужно только доехать до... У тебя все готово? Если побьешь мое время, установлю тебе турбонаддув. Так, немного ускорения подрубаем. Чтобы разогнаться вначале. Здесь будет резкий поворот, поэтому нужно быть осторожным и не въехать в камни. И все, и просто летим. Просто летим обратно к финишу. Изи. Все. Готово. Нажимаем далее. Так, двойной поток мы получили. Она сейчас возвращает обратно автосохранение прошло. Ну и, короче, вот это у меня повисла игра. Мне пришлось полностью компьютер вырубать из-за этой херни. Оценки я поставил 4 игре. Из-за того, что меня жопа зарела, я поставил типа за херовые звуки. Ну, это, может быть, не будет их, или будут они, посмотрим в дальнейшем. Ты, как говорится, прирожденный гонщик. А мы тебе сейчас еще турбину поставим. Так, хорошо. За музыку, за оптимизацию. Да, я поставил. За что еще? За обманчивый вид свободного мира. Отлично. Знаешь, благодаря тебе тут стало гораздо безопасней. Мы твои должники.
Теперь стало безопасно, и мы с тобой расстанемся. Хотя действительно жаль. Нам бы ты реально пригодился. Такие парни очень ценятся в этих местах. Но ты слишком выделяешься, и рано или поздно правительство придет за тобой. Хотя у меня есть еще одна просьба к тебе. Давай. Мэр Клейтон, глава города Источник на Востоке. Мне нужно передать ему письмо. Только ты можешь доставить его. Наши припасы на исходе, а мэр обещал помочь. Быстрее, пока бандиты не отрезали нас от города. Ты съездишь? Так, я хочу попросить тебя еще кое о чем. У нас заканчивается припас, а Клейтон, мэр Источника, обещал нам помочь. Бери это письмо и отправляйся на восток, в Источник. Отдай письмо Клейтону и привези все припасы, которые он тебе выдаст. Только не забывай, что на твоем багги нет оружия. Так, помоги нам в последний раз, и тогда мэр Клейтон о тебе позаботится. Знал, ты не подведешь. Не забудь, на твоем багги нет ни одного ствола. Если наткнешься на бандитов, удирай как можно быстрее в город. Там не так опасно. Так, что мне нужно? Мне нужно та-та-та. Создать взломщик. Две хилки, чтобы инвентарь у нас просто не забивался мусором. В принципе, я могу создать... Или нахер надо? Нахер надо. Так, берем баги и полетели. Ну, как вы видите, сейчас у нас по времени уже 17 минут. Ну, я не беру в расчет, типа, начальную заставочку, да? Помни, на этом баги нет оружия. Доберись до города как можно быстрее. И вот, когда по мне начали стрелять, у меня пропал звук полностью. Но сейчас он есть, это хорошо. Вот эта тварь, как я понял, скидывает мины. Да. Отвали. Вот, я доехал до сюда, и все. Я поговорил с этим чуваком. Стой, где стоишь, чужак? Ты по делу? А, да. Письмо принес. Хочешь увидеть мэра Клейтона? Подожди, я доложу. И стой смирно. Алло, сэр. Тут человек к вам пришел. Кажется, от Дэна. Интересно. Пусть заходит сейчас же. Мэр тебя примет, но есть один момент. У нас в Источнике свои правила, и чужаков здесь не любят. Не выпендривайся и помалкивай. Тогда все будет в порядке. Народ здесь адски подозрительный. Они не станут просто так тебе доверять. Мой тебе совет. Ни во что не влезай. Вот. Ладно. Короче, входишь в город и прямо через двор контор мэра. Не промажешь. Вот, все. И вот на этом я и закончил серию. Я зашел, у меня зависло, и мне пришлось закрывать. Как вы видите, здесь у нас 6 персонажей. Девку, мы, кажется, видели, она у нас, да, работала. Она у нас бумеранг учила этот кидать. Там шериф есть, ихний инженер. Этого я не знаю, скорее всего, он машинами занимается тоже, потому что у него нога протезная. То бомж наверху справа. Так, хорошо, поехали. Йо. Если ищешь мэра Клейтона, он... Ты? Калеб. Если нужны гонки, иди к Джеки Виксу. Он на том конце города, не пропустишь. Ищи большую надувную гориллу. Добро. Пантер? Ты новенький здесь. Странник, а? Да? Ну да, выглядишь ты странно. Мне кажется, мне на юг будет, меня куда-то ведут, хер знает куда. Подворотни какие-то. Мутанты. 10. Нет, 20. Они везде. Они кого-то схватили и разорвали на части. Вот почему я отсюда ни ногой. Ни за что. Ну,
А, это радио. Счет слишком сложно. Куда мне идти? Непонятно, куда идти. Сложно. Эй, чел, помоги. Не, мне... Мы всегда рады новым гонщикам. Новенький в городе? Да, у меня здесь все, чтоб твоя тачка не скрипела. О, стой. Это ты, да? Слушай сюда. Я принимаю только гоночные сертификаты, которые можно выиграть в заездах. Так что, если хочешь иметь со мной дело, поговори сначала с Джеки Виксом. Он всегда ищет новых гонщиков. Окей. Это ты, да? Эй, друг! Ты похож на гонщика, если я хоть что-то смыслю. Хочешь рискнуть на трассе, выиграть пару сертификатов? Поверь, они тебе реально пригодятся. Приветствую. Меня звать Джеки Викс, и я заправляю всеми гонками в Источнике. Вообще всеми. Если хочешь испытать себя, иди поговори с Тощим, моим партнером. Он может записать тебя на заезд. Возвращайся. Я буду очень рад видеть тебя на трассе. Окей, а кто Тощий? Ты Тощий? Не, это Расти. Нолну. Ой, все, вижу Тощего. Ты Тощий? Привет, дружище. Мое имя Карл, но все зовут меня Тощий. Смешно, да? Короче, гонки — это ко мне. Посмотри списки заездов и выбери то, что тебе по вкусу. Если проходишь по требованиям, мы тебя берем. Все призы указаны в сертификатах. Ну, ты знаешь, неплохо, например, прокачать тачку у Расти. Все этого хотят. Я к тебе еще приду. Так, походу я... Все-таки не туда зашел, куда надо. Люди постоянно пропадают, но вряд ли это мутанты. Что-то странное происходит. Будь начеку. Хорошо, чел, мне кажется, ты немного обкуренный. Ларкин. Это город мэра Клейтона. Он основал его, а потом согнал нас всех сюда чуть ли не пинками. Говорит, чем нас больше, тем безопаснее. И он прав. Здесь ты можешь ничего не бояться. А вот пустошь — другое дело. Окей. О, челики. Гробницы. Убивать мутантов, чтобы не дать им добраться до шерифа. Кидай. Каждый так прицел убивает одного мутанта. Чем меньше бросков, тем выше множитель удачи. Кидай. Давайте попробуем. Кидай. Да, очень неплохо. Кидай. Неплохо. Бросай. Ну, в принципе, давайте попытаемся, мы типа выиграли, ведь. Ой, а вот это опасно. Так, неплохо. Ну, нет бонуса, типа, мы потратили 5 и получили 5. Давай. Неплохой бросок. Смотрите, получается, то есть я могу так довольно хорошо фармить себе денежку. Если, конечно, так не проигрывать. Первое правило. Брось. Если проиграл, брось. Поднимай. Кидай. Если проиграл, поднимай. Последнюю делаем и все. Брось. Что это за херня? Алло. Нету бонуса, то есть я ни туда, ни сюда. Давай еще раз. Брось. Изим, изим.
Короче, я понял. Наебало вам. Не, ну тема на самом деле прикольная. Что? Женя? Я уже давно не видела людей в костюмах из ковчега. Ты сильно рискуешь. Будь осторожен. Попадешься правительству, моргнуть не успеешь. Никто не должен знать, что ты из прошлого. Ты здесь не светись особо. За таких, как ты, обещают большую награду. Тебе повезло. Я ненавижу правительство больше, чем люблю деньги. Окей. Так, а здесь у нас что? Пещеры. Так, это я вернулся немного обратно, да? Или нет? Так, вот это вход получается у нас. Что-то я по местности немного запутался. О, тихо. Граждане, внимание, говорит ваш мэр. Как вы знаете, в последнее время частицы случаи карманных краж. Это недопустимо. Постой, парень. Мы не обслуживаем чужаков. Хочешь выпить в этом городе, зайди сначала к мэру. Понравишься ему, понравишься нам всем. Добро. Только я вот и его и пытаюсь найти. Если нужны деньги, подумай об этих играх. Всегда найдется дурак, готовый рискнуть своим баблом ради того, чтобы забрать твое. Интересно. О, это Казиныч. Так, запоминаем. Где что? Так, здесь у нас тупик. Получается, только сюда мне идти. Ага. Ага, он ушел. О, стоять. Там рабочий стол, ребят, компьютер с играми. Куда идти? Вот, стоять, ну это мясная лавка. Где мэр? Вот, да, вот пойди, да, в игру поиграй. И все. Так, мы наверху еще не были. О, шериф. Шериф, это вы? Странно. Эй, что мне делать? Типа, я вошел, но... непонятно. Я запутался. Давно мне встречались люди в таком костюме. Помогите! Ребят! Говорят, мутанты наступают на поселение. Скоро будут ломиться в городские ворота. Сволочи. Помогите! Увидишь мутанта, убей. Помогите! Я найти не могу вход. Что за херня? Помоги. Ты поможешь. Здесь главный мэр и шериф Блэк. Будь паинькой, ни во что не влезай, и все будет в порядке. Где чертов мэр? Новичок. Ага. Приветствую тебя в нашем городке. Это приличное место, и правительство редко сует нос в наши дела. Смотрите, хорошо. Мы нашли шерифа. Все. Слушай, шериф. Ты... скажите мне, как попасть к шерифу. Пожалуйста. Я же бегаю, не понимаю. Я все двери поломал. Ну, вломался, да? Заходил. Ну... вот, только единственное, шериф. Вот он. Вот он, шериф. Он где-то там в своем мирке, походу, живет. Эй. Шериф. 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 Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Как мне его к себе позвать? Алло, шериф, я пройти дальше не могу. Помогай. Бля. Помоги. Что ты фейкаешь? Помоги, я потерялся.
Где шериф? Ё-моё. Здесь тоже закрыто. Он челик мне сказал, шериф вот там. Там, где там, блядь? Там, 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 там. И здесь нету шерифа. Вот мэр, ну не шериф, а это мэр. Так, информация о работе. Пропал без вести, зачистка канализации в районе Ковчега. Внимание, жители и посетители источника. Одного из наших граждан похитили бандиты из клана призраков. Мы ищем смельчаков, которые могут проникнуть в убежище клана и найти их похищенного. Так. Работа опасная, но она хорошо оплачивается. Найдите следы пропавшего гражданина, чтобы получить награду. Зачистка канализации. Так, ты украл трофеи мутантов и прогнал их. Но они вернулись. По вашей информации, канализация в районе Ковчега снова захвачена мутантами. Но это раз мы хотели, чтобы ты уничтожил все этих тварей, истреби все, иначе они и друзья проведут. Так, уничтожить всех мутантов до последнего и получите награду. То есть я зря, считайте, заново, да, их убивал. Ясно. Шериф, пожалуйста, покажите путь мне к шерифу, блять, чтоб я серию закончил. Либо давай. Помоги, ну ты надо. Шериф, где ваш шериф, блять? Как. Помоги! Помоги! Слушай сюда. Я принимаю только гоночные сертификаты, которые можно выиграть в заезд. Где? Вот, может, здесь? Можешь мне записаться в заезд? Малать, вот так вот ты играешь в игры. Не объясняет карта. Тут карты даже нету. Там, блять, там, где он, нахуй, где он? Эй! Где, где, где? Я уже все ломаю, я уже везде под двери все подкрывал. Вот эту еще дверь, осторожно. Я, кажется, не трогал. Да ладно. Серьезно. Добро пожаловать, друг. Источник — лучший городишко в наших убогих краях. А главное, он достаточно далеко от постов правительства. Тот самый добрый и дружелюбный народ в мире, не то что эти ваши бандиты. Ну, хватит об этом. Говорят, у тебя ко мне послание от Дэна. Давай сюда. Держим. Опять проблемы с бандитами в поселении? Жить какое-то убежище. Это большой риск. Что за лаги? Смертельный риск. Ну что ж, я достану все, что надо. Но на это уйдет время. Не знаю даже сколько. Дэн тебя уважает, раз доверил такое дело. Что ж, приму это к сведению. Живи в источнике, пока я ищу припасы. Но не в таком виде. Не хочу, чтобы за тобой явились шпионить агенты правительства. Так что смени этот костюм ковчега на что-то поновей. Сходи и найди торговца. Купи одежду, а эту засунь куда-нибудь, чтобы никто в городе ее больше не видел. Слейся с толпой, понял? Так, перед одеванием советую тебе сменить этот костюм на что-то так менее броское. Ты же не хочешь, чтобы кто-то донес на тебя властям верным? Загляни к кофферу. Местному торговцу он подберет для тебя кое-что-нибудь подходящее. Оденься во что-нибудь менее вызывающее и возвращайся. Вот. Рад, что мы друг друга поняли. И возвращайся. Есть один разговор. Ладненько, давайте тогда, я думаю, на этом закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.